Ваш вопрос. Почему есть шанс продать дом? Мы общий дом купили. Очень медленно вы будете его продавать. Только через 8-9 месяцев по вашей судьбе вы можете его продать. Угу. А насчет того, чтобы не дергаться, это замечательное, как бы, ваше понимание жизни замечательное. Вы еще легко отделались на самом деле. Люди, многие почти все теряют в жизни. Разрушить свои связи, отношения и куда-то удрать – это безумие просто. Они боялись одни остаться. Там наши крестники маленькие, что поддержка вроде как. У вас там, вам там подходит, вашему мужу нет. Я там жила вообще, была, конечно. Вашему мужу вообще не подходит, ему там жесть. Он там не смог, он заболел сразу. А у вас и тут хорошо, и там хорошо, поэтому лучше здесь вам жить. Еще можно такой вопрос? Я, честно сказать, себя так иногда загружаю в том плане, что вот вроде по карме, да, во всем виноваты мы сами. И когда встречаешь, ну, хамов, где-то я лезу, заступаюсь, смолчать не могу. Не смолчу, потом себя же, как говорится, корю за это, ругаю. Вот бывает до такой степени себя загоняю. Я тоже иногда как бы не могу смолчать. И вот как здесь быть? Где никак не середина? Быть, просто в сердце извиниться потом или... Ну, молчать тоже, вот когда кого-то обижают, разве можно? Бабушку там, троллейбусе там, в автобусе, еще где-то что-то, такие ситуации? Нельзя, конечно. Все нормально. У вас такая природа, вы как бы такой человек по природе, активный очень. Нормально. Вот какая есть, такая есть, чего париться? А еще скажите, я такую смелость на себя беру. У меня муж очень одобряет ваши лекции. Я 3 года уже слушаю, но сам не слушает. Ну, он мужик, ему тяжело. Он, знаете, как говорит? Он говорит, ты прослушай. Самое главное мне перескажи. Супер, вот так, это правильно, вот так очень отлично. Я думаю, имею ли я право, как бы вдруг я что-то недопоняла и... Да, он вам сам это право дал вам. Читать ваши лекции. Ему некогда, он вам сказал, послушай, скажешь, что надо. Супер, так все мужчины делают. Это правильно очень. Большое спасибо. Мне прямо это на сердце как-то переживала за это. Что переживать? Ну, думаю, правильно, я неправильно делаю. Ну, я сказал уже. Вчера вот он меня ждал. Все, моя хорошая, микрофон отдавайте. Вы можете 2 часа говорить.